Здрасте. Скажите, это ваши с крестным ходом идут на Киев? А чего вы хотите? Против евроинтеграции, против электронных документов. Ага. И... Беззаконие все. Угу. И что вы будете в Киеве делать? Тоже крестный ход с Владимиром Григорьевичем, на главу проведем. Ну, а потом организуете здесь антимайдан, правильно? Нет, майдан у нас не получится. Анти. Ну, раз вы против Европы, значит вы антимайдан, правильно? Нам не дадут организовать. Ага. Вы хотели это сделать, нам же не дадут. У нас нету силы пока. Ну, какая толпа идет? Ну, она ненадолго. Они спят, хоть когда идут? Ну, да. Или не спят? Спят. Спят. Ну и что дальше? Ну, да, дальше у нас единственная надежда, это царь придет, тогда только порядок наведет. А пока мы уже свидетельствуем, что мы только существуем. То есть вот эта толпа вся идет на Киев против евроинтеграции и за царя? Да. Понятно. Ну это очень четкий посыл киевлянам. Я думаю, что нужно делать правильно. Да, ну мало кто это понимает. Я понял. Я с вами сфотографируюсь.